Да, добрый день. Еще раз повторю, что наш департамент занимается препятствиями, которые делятся на барьеры, то, что нарушается договор, изъятие, это допустимые отклонения от договора, да, то, что предусмотрено для стран, и ограничения, то, что не в полной мере урегулировано договором. И вот в рамках рассмотрения барьеров у нас был кейс, связанный с тем, что, ну, во-первых, скажем так, у нас есть протокол о торговле услугами, который говорит, что в большинстве секторов строительных услуг, в том числе проектирования и так далее, у нас единый рынок должен был быть с 2015 года. И мы начали разбираться, что такое единый рынок поставки услуг. Это должно было быть между странами, за исключением Казахстана, признание всех разрешительных документов, признание профессиональной квалификации поставщика, его... В общем, не нужно было учреждать юрлицо в стране поставки таких строительных и проектных услуг между четырьмя странами Союза. И когда мы начали разбираться, работает этот рынок или нет, то увидели, что, например, в Республике Беларусь требуется аттестация, да, то есть разрешение, полученное в странах Союза для осуществления этих работ на едином рынке услуг, не признаются, нужно проходить аттестацию. В Армении и в Киргизии требуется национальное лицензирование. Все равно нужно будет тот же, например, белорусский аттестат есть, но надо нет белорусскому поставщику получить в Армении и в Киргизии лицензию на соответствующие виды работ. А в Российской Федерации, вы знаете, перешли на СРО, саморегулируемые организации, как ушли от разрешительного документа к такому вот саморегулированию. Но при этом лицензия, например, из Кыргызстана или аттестат из Беларуси также не признавался. Нужно было входить в эти СРО, платить членские взносы, как все здесь профессионалы знаете, да, страховой фонд вносить и так далее. То есть единый рынок в таком понимании, как он должен был работать, строительных и проектных услуг, он не работает. Но соответствующее решение принято не было на коллегии ввиду того, что комплексная проблема. И сейчас наши коллеги по услугам занимаются, они делают... скажем так, хотят разработать соглашение по признанию, то есть по установлению минимальных требований к руководящему техническому персоналу в ЕАЭС, чтобы этот вопрос закрыть, чтобы персонал признавался, и тогда у них есть понимание, что единый рынок заработает. И для этого они еще уточняют сектора услуг, в которых единый рынок работает, добавляют туда, хотят добавить генподрядные работы. Но эта дискуссия у них идет, и она на самом деле такая продолжительная будет, поскольку все понимают, насколько на самом деле вот это вот желание не создавать юрлицо в стране поставки, признавать друг друга все разрешения, насколько оно было таким, можно сказать, революционным, и что оно как бы требует еще больших усилий. Но что тут важно, вот этот протокол о торговле услугами, он не распространялся на госзакупки, то есть госзакупки регулируются отдельным протоколом, и мы начали уже вот в рамках госзакупок смотреть, какие возможные препятствия могут быть в сфере закупок проектных, предпроектных, изыскательских работ, строительных работ. И как правильно Павел Васильевич сказал, был также вопрос, тут коллеги с Минстроя архитектуры есть, здравствуйте, связанный с тем, что в Республике Беларусь определенные особенности, скажем так, да, закупок предпроектных, проектных работ установлены, они, насколько нам разъяснили, действуют до 1 июля этого года, касаются того, что при закупке таких работ, в скобочках, услуг, при предварительном квалификационном отборе учитываются такие показатели, как опыт работы, там, в скобочках, строительства в стране, где планируется оказание вот этих услуг, то есть прежде чем, когда ты участвуешь в этом конкурсе, оценивается опыт этой работы именно в Республике Беларусь. Мы говорили, что это не в полной мере, может быть, соответствует нашему нацрежиму, поскольку не совсем при прочих равных равные условия. Этот опыт, наверное, из стран Союза тоже нужно учитывать, но этот акт, он, насколько нам разъяснили, действует до 1 июля, поэтому как бы скоро он не будет дальше действовать. Вот так нам написали. Вторая норма касалась того, что нужно было получать сертификат, вернее, аттестат аккредитации в национальной системе менеджмента качества. То есть мы говорим о чем, что если вот в странах Союза есть такие же сертификаты по системе менеджмента, то, наверное, нужно, чтобы они признавались. Мы тоже к этому стремимся.
Другой вопрос, который мы также рассматривали, но также не дошли пока до конца, касается опыта работы в целом. То есть мы поднимаем какую проблему, что если национальный режим во всех секторах, да, при закупках, то должны быть не менее благоприятные условия. И когда страны Союза начинают устанавливать опыт при закупках строительных, например, работ, и указывают, что этот опыт считывается исключительно из национальных систем госзакупок, да, то мы понимаем, что при прочих равных такой же опыт из стран других союзов при участии таких поставщиков в этой стране, он не учитывается, и равные условия, не менее благоприятные условия не создаются. Так, например, когда мы рассматривали постановление Российской Федерации номер 99, по-моему, которым установлены дополнительные требования, да, к определенным работам, которые в рамках госзакупок закупаются. Это законно, я имею в виду, в договоре установлено право стран устанавливать дополнительные требования к поставщикам в определенных работах, если они там суперсложные, суперважные. С этим мы не спорим, но мы говорим о чем? Что есть второй пункт договора, который говорит не менее благоприятные условия. И в этом постановлении мы рассматривали, что ряд пунктов, он требует опыта работы, который берется из российской системы госзакупок. То есть, опять же, требования можно устанавливать, но мы хотим, чтобы опыт из стран ЕАЭС тоже учитывался. Сейчас мы комплексно хотим эту проблему поднять, про опыт работы. Почему? Потому что, Павел Васильевич отмечал, в Российской Федерации вводится рейтинг деловой репутации. На законодательном уровне будет на основе контрактов, выполненных в российских системах закупок, исчисляться рейтинг деловой репутации автоматически. Так написано в проекте закона. То есть мы о чем говорим? Что если это будет только исключительно российская система контрактов, то поставщики из стран ЕС, опять же, они в этом рейтинге не будут участвовать и будут не совсем равные условия. Но эта проблема, как я сказал, комплексная, ее бы мы призывали наших коллег, которые занимаются закупками, решать совместно. До принятия этого закона мы посмотрели практику, в Российской Федерации также выдаются системы добровольной сертификации, существуют по деловой репутации в строительстве. Есть национальные стандарты ГОСТР, которые определяются, как исчитывать этот рейтинг деловой репутации в строительстве, выдается, есть такие добровольные системы. И была практика, что, знаете, в закупках вот эти сертификаты с определенных даже систем добровольной сертификации по деловой репутации в строительстве, они указывались прямо в конкурсной документации. Мы на это обращали внимание, насколько я знаю, ФАС России на это обращал внимание, что это, ну, не совсем правильно, поскольку ограничивается конкуренция, берутся условия, которые, ну, не все могут выполнить и не обязаны, в принципе, выполнять. Поэтому до принятия закона, устанавливающего рейтинг деловой репутации, практика вот такая была, что применялись добровольные системы сертификации, на которые мы тоже обращали внимание. Сейчас, например, в Республике Армения есть требование, что опыт, в том числе в строительстве, да, в закупках, он определяется на основе опыта, не указано, правда, какого, национального либо евразийского, но там написано, что опыт этот проверяется запросом местные и государственные органы, которые должны в течение 3 дней подтвердить этот опыт, и мы просто домысливаем, что это, наверное, имеется в виду органы Армении, и, соответственно, опыт из стран ЕС тоже не в полной мере здесь учтен. В Республике Казахстан есть, здесь коллеги, наверное, тоже участвуют, подтвердят, такой электронный депозитарий. И сейчас он в проекте закона, также именно в закон вносится, будет определяться также опыт работы, который, скорее всего, вот судя по первым признакам, также будет исчитываться из национальной системы госзакупок. И мы также призываем, чтобы была возможность учитывать опыт из стран Союза, может быть, это в правилах как-то реализовать. То есть вот такую комплексную проблему, чтобы равные условия были в Союзе, чтобы опыт учитывался из всех стран Союза при оценке, либо при допуске, мы поднимаем и будем поднимать. Спасибо.